Смотрите, здесь дождик был, а у нас в городе, где я живу, смотрели, не было ни капельки дождя, вообще ни капельки. А сюда приехала и даже сейчас моросит. Вот странно. Хотя разница здесь 12 километров от одного города до другого. И дождь был. Пипец. Пипец, капец. Надо же. Прохладненько так. А я еще думала. Достаю камеру, я взяла камеру, вся деловая такая. Вот. А там в ней карточки нету. Умная, разумная. Я вот в таком, как он. Это как бы шарф, только палантин, наверное. С прорезями для рук. И в платье. В общем, вот такая вот у нас погода, представляете? Я еще проснулась, говорю, во, блин, дождь передавали, а ни капельки нету. А тут вон, и прям, знаете, нормальный дождь, потому что внизу прям все лужи большие. Морешко нормальное, спокойное. И пахнет осенью, потому что жгут листву где-то. Вот море вроде бы ничего, нормально. Но все, уже купаться точно я не полезу. Да, наверное, уже и никто не полезет. Так что вот так. Пойду я работать. Вот про какой я вам шарфик говорила. Ой. Это платье у меня. В общем, а, ну да. У нас целая площадь, там сидит французов. Развлекаются. Там у нас ресторан есть. И вот слышу, они там что-то разговаривают на французском. Целый бар. Это тут машина какая-то едет. Ой, Чарли там. В общем, я сейчас еду в Меркадону. У него целый багажник противо... У этих... Господи, как они называются-то? Огонь, чтобы затушить. Маму! Маму! Слышите? А, они там салют выпивают. Минга, мам. Маленький мой мальчик. Еду в Меркадону, кое-что надо купить. Потом еще... А, за газом мне нужно заехать. Бутылочку газа купить. Ой, мамочки, оса какая-то летает. Бутылочку газа купить и все. Прохладненько так, свежо, скажем так. Все еще пасмурно. В общем, едем к Меркадону. Катлон. В общем, у меня леггинсы, они у меня есть, но они все мне такие большие. В общем, гулять-то в них нормально. Но как бы спортом, вот я вчера на сумбе была, и они с меня, ну, неудобно очень было. Они с меня просто сваливались. И как бы неудобно было. Хочу посмотреть. Мне, конечно, не 100%, что сейчас куплю. Посмотреть, прицениться можно было бы. Хочется какие-нибудь красивые. Ой, смотрите, когда искала шорты такие, нифига не было, сейчас дофига. А вот, смотрите, 12 евро. Цера Мигеруэ. Вот, мне такие нравятся. Какое-то качество непонятное. Непонятное какое-то качество. Смотрите, какие нарядные, классные, да? Маечка, вот, пожалуйста, вам в тему. В общем, выбрать можно что-то. Интересно. Вот эти прям интересно, ну, как-то... Его Касьон де Судур. Вот эти можно было бы померить. У меня такие шорты. И они очень такие классные. Во-первых, сохнут быстро. Вот эти тоже мне цвет понравился. Интересный. Интересный такой цвет, правда? Красивый.
Ну, это розовый, как всегда. Немцы тут у нас ходят. Там мужское. Такие короткие, не длинные нужны. Коросонцы. Это, наверное, со скидкой тут висят. Последние размеры. Ну как там что-то есть еще где-нибудь. А еще бы я, знаете, спортивный лифчик посмотрела, ну который застегивается спереди. Мне вот спереди нравится, а сзади мне не нравится, который застегивается. Маечка. €10 стоит. 33% скидки. Интересно, смотрите, какая спина. Сыра. Это такие обычные леггинсы. Такие не очень. Интересно для йоги. О, что это за звук такой? Слышали звук? Откуда он появился? Полтергейст. Ну, здесь вот такие они. Не для спорта. Знаете почему? Потому что вот когда спотеешь, вот тут вот видно. И такое ощущение, что ты либо обкакался, либо писался. Я так видела на многих женщин. Это же трикотаж, да? Вот как трикотаж. И вот когда потеешь, вот выходит, и вот тут видно. Не очень красиво так. Гантельки разные, смотрите. Гантелечки по килограммчику. Эти что, ну эти тоже такие не то. Шапки там продают, смотрите, шапки. Нафиг здесь шапки нужны? Это что? Это все мужское, по-моему, здесь. А это что? А это детское. Все, что ли? Ну все, приглядела, пойду в Меркадону. Все, из Меркадоны выезжаю. Поеду сейчас бутылочку газа куплю. А то у нас купаться не в чем. Газ заканчивается. Чарли, бетэ отрас. Отрас. Забыла его пристегнуть. Забыла пристегнуть. Ему так окошко открываю. Хотя сейчас уже холодно. Пишет 20, но прохладно. Из-за того, что солнца нету, я прям замерзла. Вот. И все. И домой кушать паэлью. И мужу надо что-то еще состряпать, не знаю. Подумаю, что ему там состряпать. Ну что? Тут, как всегда, небольшая пробочка. Где Алькампо? У нас. Тут все магазины, там дальше Киаби, Лидл. И все магазины Leroy Merlin. И тут всегда вот такая небольшая пробочка. Ты, дорогой, подождешь. Не такая уж большая очередь, чтобы ты там стоял. Сзади бутылка пустая из-под газа. И я все время про нее забываю. И она у меня туда-сюда матюкается, пока я на поворотах. Блин. И говорю, сейчас пробоину выбьет. Ой, сейчас на повороте такая. Меня один дурак зачем-то обогнал, чтобы встать вперед меня и мне, в общем, не давать проходу. Ну, я его решила обогнать и забыла про бутылку. В общем, пипец. Сейчас я ее быстренько... А газ можно купить на любой заправке, но у нас есть до обеда, у нас специальное место есть, где они продаются. Не знаю, может быть, там подешевле, я не знаю. Если честно, я каждый раз забываю, сколько газ стоит. Я знаю, что около 13 евро. А точно я не помню. Так что вот так. Так, Оксана на поворотах. Помедленнее. У тебя бутылка сзади. А бутылка весит, блин, ого-го, сколько. Я машину свою мою. А вот газ продается вот здесь. Сейчас мы его приобретем.
Ну что это за собака? Я когда режу мясо, он никогда не приходит. Стоит мне резать овощи, он тут как тут. Так вы смотрите, с каким удовольствием он ее жрет. В общем, я режу себе салат из капусточки. И здесь у меня паэлья разогревается. Салатик готов. Весенний называется он, по-моему, да? Салат весенний. Но у меня осенний. А из этой капусты я буду варить щи. Купила вот такие вот, как их, это как ляжки куриные, без кожи. Хотела взять свиные ребрышки, что-то не было в Меркадоне, не знаю, где они, может, не там искала. В общем, будут куриные у меня щи. Ананасик взяла, стевию, в принципе, зачем я ездила, это мыть посуду, семечки себя побаловать, 3 огурца и 3 хурмы. Но, правда, дуб дубом должна спеть, но этот сорт, он мне вяжет рот, поэтому попробуем салатик. Пересолила, что ли, блин. Я люблю пересаливать все. Или нет, не пойму. Да чего же нет-то, пересолила. Сейчас капусту дорежу. Ну что за погода, а? Из дома выходила, было холодно даже, прям нос замерз. Сейчас хоть очки надевать. Правда, я их не взяла с собой, иду щурюсь. Чтобы у меня лишние морщины вылазили, ну вообще... Я вообще солнечный свет прям не переношу, я не могу вот уже так вот, и мне мешает, ничего не вижу, глаза слезятся, и потом начинает голова болеть. Ну вот, не взяла очки. Может быть, зайдет. Здесь трактора везде пашут, у нас сезон начинается. Высадки полей, огородов. Здесь все зимой сажают. Ну вы... В Испании зима мягкая, 17, 18, 16 градусов, поэтому все растет, как на дрожжах зимой, а летом все выгорает, угорает, загорает, ничего не растет. Такие вот дела. Еще я думала даже идти, не идти, потому что такие тучи будут. Они есть там, смотрите, какие тучи. А там уже все, там опять лето. В общем, не поймешь, что. Белье даже повесила на балконе здесь вот. Здесь, говорю. У себя там дома. Наверх поднялась бельем. Блин, капли капают. Я опять с этим тазом вниз. У меня там уже сушилка есть такая, покупала. На нее повесила. Ну, что-то, блин, никак. Не знаю, на завтра тоже 50% дождя передают. Но здесь, если дают 50%, то это 100% дождя не будет. Вот. А уж если там написано 30%, то это точно. Ну, не знаю, как говорится. И на балконе высохнет. Тем более, там не особо нужные вещи. Там джинсы, мужа и все такое. Так что вот так. Люди ходят. То кто в пуховиках, кто в сандалях. У меня сегодня клиентка пришла в этих, в пляжных сланцах. Я не могу. Ой, ну она у меня такая, знаете, она может и в пижаме прийти. Она мне смс-ку пишет, говорит, типа, я сейчас приду, я встала, переоденусь. Я хотела ей писать, нафиг переодеваешься, приходи в пижаме. Она зимой так и ходит в пижаме, а сверху наденет пуховик и пошла. Так что такой пора пришла, что не поймешь, что надевать. Говорю, кто в сапогах длинных, кто в сланцах, кто в пуховике. Я вот надела вот это. Ну, я уже в спортзал оделась. Короче. Ну, вот иду, то жарко, то холодно. То сниму, то одену. То чё, то чё. Там помидоры растут, черри. В теплицах. Ну, это одно слово теплица, потому что это скорее теплица для того, чтобы ветром не про эти... Помидорчики не пострадали, потому что, видите, здесь это все сетка. Сверху, да, пластик, но тут сетка. А это, походу, капуста. Вот, смотрите как. Зашибись, окучивает, да? И пошел, и полоть не надо.
Красота! Зашла в фруктовый магазин, купила себе вкусняшек, 3 вот таких манго. Они что-то уже все, да дешевых нету. €79 килограмм стоит. Наверное, война у них закончилась. Мандаринки взяла 5 штук, один сожрала по дороге. И вот такие яблоки написано были, что они Сьерра-Невады. Не пойму, пахнут или нет, потому что у меня руки пахнут апельсином, мандарином. Ну, на вид очень хороший. И мне кажется, они не обработаны воском, потому что они такой, как в натуральной оболочке, скажем так. Так, я снимаю сумку вот эту вот, с которой я хожу гулять с Чарли. И беру вот эту. Я уже все приготовила, видите, воду себе приготовила с лимоном. Пойду в этих кроссовках, в этих штанах. И там переоденусь уже в другие штаны. Что пошла я. У меня сегодня со штангой заниматься. Штанга, там гантели, все дела. Будем заниматься. И бассейн потом пойду. Так что, вперед из песней. В общем, я собираю щи. Не знаю, правильно это, неправильно говорить, но у меня бабушка всю жизнь говорила, что она щи собирает. Ну и тогда и я буду собирать, да? Ну, готовлю, собираю, какая разница. В общем, я их собрала уже. Сделала зажарочку, она уже готова, я ее выключила. Добавила туда все специи, чтобы потом не забыть. Просто зажарочку так сверху положила. Как помню, когда-то я говорила... Щи тоже на вам показывала. И кто-то мне задал вопрос, зачем я лаврушку жарю. Я ее не жарю, я просто ее положила вот так сверху в зажарку. Вот, а потом зажарка же добавляется в конце, поэтому я в конце и добавлю все приправы. В общем, тут у меня уже курица, наверное, она уже сварилась. Не знаю. В общем, тут у меня готово капуста, а еще я буду с добавлением квашеной капусты. У меня щи будут с квашеной капустой. Я как-то один раз готовила. Мужу очень понравилось, потому что они же везде добавляют лимон. И вот это вот вкус кисловатый, им очень нравится. Надо, кстати, чайник поставить. И ведь щи с капустой получаются кисловатые. И вообще он обалдел. Блин, там воды нету. Сейчас налила воды. В общем, добавлю кислые капусты. И еще один нюанс, смотрите, я когда начинаю варить мясо, я добавляю одну картошку, чтобы она вся вот так вот разварилась и добавила вот этот вот щам вот такой вот густоты, и вот чтобы она вот не как суп был, да, такие насыщенные, густые. И обязательно
картошка не режется кубиками, а толчется. Именно вот, я не знаю, мне прям вот в сознании это стоит, как вот бабушка доставала ее в ковшике, картошку, и там ее вилкой прям вот из кастрюли. Но я вам сейчас покажу, как это она делала. Я также делаю, щи получаются необыкновенно вкусные, густые. И такие прям, знаете, вот как текстура такая, прям как кремообразная. Ой, как я разрекламировала свои щи, прям хоть ими... Ну, в общем, ну вы поняли. Вот. Зажарочка там с помидорчиками, все дела. Томатную пасту я не добавляю, потому что у меня есть, не знаю, мне не нравится томатной пастой. Сейчас еще надо мне ананас порезать. И полопать немножко. У меня есть пару слив, которые поспели. И я их тоже сейчас слопаю. Это у меня будет ужин. Немного ананаса и немного слив. Я... Любимое место Чарли. Он всегда тут сидит. Потому что здесь муж, здесь я. И он вот так между нами. Так, щи мои почти уже сварились. Я уже закинула этот, как его называется, поджарочку. Теперь-то эту картошечку надо потолочь. Ай, какая горячая. Ищем картошку. Даже ложкой лучше. Блин, горячая собака. В общем, ищем картошку. Что-то они у тебя супер густые получились. Капусты много. Где же ты? Мясо еще там. Что-то картошки нету. Я, в принципе, много-то ее и не добавляю. Ну, блин, ну была же только сейчас. Во. И вот так ее делаем. И вот так мнем. Ну, чтобы кусочки остались, и обратно. Еще ведь была. Где-то. Где же ты, где? Вот еще. Так вот. И обратно. Две средние картошки сюда кидала. Точнее, первая 100% разварилась, потому что она с мясом варилась. Ну, в общем, наверное, все. Солим по вкусу. Не забывайте, что здесь квашеная капуста. И она тоже соленая. И все, минут 5 еще поварится. И готово. Ням-ням завтра будет. Вот так вот. А вы варите такие щи? Или вы любите больше борщ со свеклой? У меня муж не ест со свеклой. Ему вообще не нравится красная свекла. Поэтому варю щи. А щи я очень люблю. Со сметанкой-то завтра будет прелесть прелестная. Очень любим супы. А вы любите супы? Варите щи? Ой, ладно. Хватит болтать. Пойду я отдыхать. Всего вам самого наилучшего. И встретимся с вами завтра. Пока-пока!